В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» прошел первый в истории 13-го региона киберспортивный фестиваль. В соревнованиях, проводившихся под эгидой Республиканского министерства спорта, приняло участие более 150 геймеров из Мордовии и Пензенской области. Как говорят организаторы, в подобных масштабах в нашей республике киберспортивные соревнования еще не проводились. Обычно мы проводим как-то более узконаправленно, то есть по конкретным дисциплинам, а сегодня целый фестиваль и 150 участников. Это, конечно, достаточно большая работа, вот, но вроде справились, вроде все идет, и надеемся, в следующий раз будет еще больше. Соревнования проводились как в одиночных, так и в командных дисциплинах. Предварял программу фестиваля отборочный онлайн-турнир по Dota 2 и Counter-Strike. В нем приняло участие около 25 команд. По 4 лучших коллектива в каждой дисциплине встретились в очном противостоянии за звание чемпиона. А вот в одиночных дисциплинах FIFA, Hearthstone, Clash Royale, Mortal Kombat могли принять участие все желающие, кто имеет хоть какой-то опыт компьютерных и телефонных игр. Как говорят сами участники, никаких особых секретов подготовки к соревнованиям нет. И удача может оказаться на стороне каждого. Настоящие футболисты, они, например, просто бегают, тренируются постоянно. А вот чтобы хорошо играть в вашу дисциплину, что нужно? Нужно просто уметь хорошо управлять джойстиком. Николай Рябов своим примером опровергает расхожее мнение, что киберспортсмены далеки от физических упражнений. Он занимается BMX-спортом. FIFA для него – это любимое хобби. А вот победителем в этой дисциплине стал многократный чемпион Мордовии по киберфутболу Сергей Шеменков, который, в отличие от Николая, полностью сконцентрировался на виртуальной спортивной карьере. Роман Петряков, победитель фестиваля в дисциплине Mortal Kombat, также предпочитает реальным единоборством виртуальный файтинг. Конечно, не особо физические какие-то характеристики, но развивать реакцию, мышление, память и так далее. Виртуальные сражения киберспортсменов в последние годы обрели популярность, пожалуй, не меньшую, а то и большую, чем многие реальные виды спорта. Крупные чемпионаты по популярным дисциплинам собирают в интернете миллионы зрителей. А гонорары лучших киберспортсменов могут сравниться по количеству нолей с доходами футбольных звезд. Мордовским геймерам пока есть куда расти. Для многих из них фестиваль на Мордовии-арене стал первой серьезной пробой сил в киберспорте. В дальнейшем организаторы планируют расширять состав участников подобных мероприятий и приглашать именитых киберспортсменов.